Всем привет! Меня зовут Николай Буцких, я основатель Центра исследований древнерусской культуры ЗИЛО, преподаватель, переводчик. И специально для Центра славянской письменности слова на ВДНХ мы подготовили серию небольших роликов, посвященных фантастическим тварям русского средневековья. Поговорим о том, что на Руси представляли о животном мире, откуда возникали столь странные предания о животных реальных и фантастических, что лежит за столь удивительными изображениями животных, которые мы можем встретить в древнерусских рукописях. Ну и кроме того, узнаем, почему единорог в русской культуре – это образ смерти, трусливый заяц, напротив, образ праведника, а энудр – выдра, которая валяется в грязи – это образ Христа, спасшего человечество.